Доброе утро, девочки, мальчики. Как вам такая зима в плюс 2 градуса, когда все тает? Наташа купила уги, как всегда. Доброе утро, друзья. Я просто без слез на себя смотреть не могу. Просто посмотрите на этого колобочка. Я проснулась рано, лягла тоже рано. А вот это все отекшее только потому, что на ночь наелась соленого. Ну как, получилось так, что я хотела посмотреть фильм, поплакать. Хотя и после слез бы я выглядела точно так же. Так вот, я села, скушала фисташек, сыр, косичка. Как это вкусно. Заела это все чаем, а потом мне резко захотела спать, и был плохой интернет. Поэтому это все, что я получаю на утро. Ну, сейчас мы покушаем, сейчас я сделаю разминочку небольшую и приму горячий душик, и это все должно сойти. Значит, рассказываю планы на сегодняшний день. Кстати, у нас вчера опять были прилеты, очень было страшно, опять утро бессонное. Слава богу, все живы, все ок. Но неприятненько, что сказать. Ладно, о хорошем. Так вот. Пытаюсь подобрать ракурс, чтобы выглядеть не так стрёмно. Значит, у меня на утро есть небольшие планы, которые надо сделать. Там два пунктика. Мне надо для работы подготовить пост рекламный. Мы ищем как раз человека на третьего человека на работу. Потом мне надо по дизайну, который я делаю, сделать задание уже готово. Материал готов. Подготовиться на танцы. Мы сегодня снимаем пластику, я вам покажу. И я там тоже и танцую, снимаю. И купить на вечер рис. Я хочу сделать в мультиварке плов. Мы подарили маме на день рождения мультиварку. Но пользуюсь ей я. Ну, бывает. Так что вот такие у меня планы. Как-то так, у меня есть только пару планов на эти выходные. Завтрашний выходной у меня электроэпиляция подмышек теперь. Я начала курсы электроэпиляции. А вы же знаете, вы смотрели вложек. И что еще я хотела? И мне бы, конечно, снять видео статическое, но, блин. Но я как-то до этого не дохожу. И еще одно скажу, будем делать дела, начинать. Уже чайник закипел. Если кто не знает, у меня два YouTube-канала. Первый канал — это Cute N Channel, на нем 25 400 подписчиков. Это канал о красоте, косметике и всего таком. Этот канал Cute N Vlogs, на котором уже 415 людей, и мальчики тоже. Привет, я вас обожаю, вы классные, пишите мне комментарии, лайкайте, смотрите. Я прям открываю YouTube, и каждый раз мое сердечко такое: класс, спасибо. Так вот, тот канал я перестала вести где-то год назад, и он просто потух. Никакие видео не залетают, короче, все печально, плохо, ужасно. Я думаю, что пора пришла оставить тот канал в покое навсегда. Он будет открыт, видео будут существовать, все будет хорошо. Но пришла мысль, и я поговорила с людьми, они считают, что нужно развивать то, что развивается. И теперь все видео влоговые, все видео бьюти, все-все-все-все перетаскивается на этот канал. Ура! Все видео будут выходить на одном канале. Я больше не буду тратить время на этот канал. Это, знаете, как со старыми отношениями. Ты очень долго что строишь, а потом тебе в один момент, если что не так, приходится просто это оставлять и строить все заново. То же самое здесь. То, что я строила эту империю свою столько лет, 8 или 7 лет. Мне нужно ее оставить, она уже свою отработала, и начинать сначала, если я хочу чего-то добиться. Так что, добро пожаловать на этот канал. Единственное, теперь этот канал называется Cute and Vlogs, и я хочу поменять название. Если у вас есть предложения, я буду рада их посмотреть, если вы мне их напишите. У меня есть несколько вариантов. Написать типа Cute and Channel 2, что-то такого плана. Или оставить Cute and Vlogs. Или написать что-то сокращенное, связанное со мной, типа
как там я хотела, Starnet, NetStar, ну, типа, что-то так сокращенное, чтобы это было запоминаемо. Почему именно Starnet? Несколько причин, три причины. Первое, это сокращенно, это хорошо запомнится. Второе, это созвучно с Skynet, Starlink, очень, знаете, запоминающиеся. И почему Star, почему звездочка? Потому что звезды, они в небе все разные, и нет ни одной похожей, и каждый человек, он индивидуален, и я себя считаю тоже индивидуальностью, у меня даже есть кулон со звездой, я себе купила. Напоминаю, что я такая единственная неповторимая, вот, потому что единственная неповторимая, как и мой канал. И у меня пока вот в мыслях только Starnet. Она, потому что Натали. Или Star Натали, Натали Star. Ну, это как-то пафосно. В общем, буду думать, еще накидывать варианты, вам расскажу. Все, давайте делать дела, а то уже очень много времени. Кстати, по поводу ух, у меня появилась идея, как можно их сделать не такими скользкими. Я даже немножко попробовала. У меня есть вот такие стельки из Авроры. Там тканевые вот эти, а вот эти такие, они как слина, я не знаю. И я на одну подошву приклеила такую стельку, и она, по сути, не должна скользить, но я не знаю, ее надо протестить, поскольку, видите, она тоже скользкая. Как вариант, можно повырезать вот эти вот, короче, вот видите, тут борозды, и по бороздам стельку повырезать и оставить, чтобы были вот эти для хвата сцепления со снегом больше промежутки. Или оставить так, или же, как мне посоветовали, купить крупнозернистый наждак, и кусками поклеить. Мне этот вариант очень нравится. Но у меня закончился двухсторонний скотч, вот этот пенку. Надо зайти его купить, кстати. Так что пока думаю, все равно на улице все растаяло. Хожу в обычных своих утяхугах. Просто сушу их изредка. Вот. Буду думать, что делать еще. Может, кто спросит, что у меня лежит на полу коврик постоянно. Я себя мотивирую так заниматься растяжкой, которая мне очень нужна. Я его даже не сворачиваю. У меня тут уже кот моего облюбовал уже, обцарапал, и мой миофациальный ролл стоит. Смотрите, я сушу свои ботинки, все кроссовки, вот такими сушками из Авроры. Закидываете сюда, втыкаете в сеть, и оно сушит, все классно подсыхает. Тут у меня уже собран набор для съемки. Кстати, я убирала в комнате и себе сделала такой уголочек. Так, время 10 часов. У нас есть 2 часа на сборы и на то, чтобы надо сделать дела. Поехали! Я вчера купила эклеры. Родителей накормила, сама не смогла съесть со сгущенкой. Обожаю. Буду сейчас кушать. Еще сейчас себе сделаю бутербродик вкусненький. Потому что перед танцами лучше сильно не наедаться. Кстати, мне подарили вот такой шейкер. Я подсела на эту фирму. Я подсела на вот эти... Ой, у меня запотел. Надо открыть. О! На вот эти все добавки. Это, кстати, стаканчик внизу откручивается. Вот. Завтра заберу посылочку. Там будут коктейльчики. Там будут коктейльчики... Фитнес-коктейли, как их называют? Вот, я хочу начать заниматься фитнесом, спортом, и они мне нужны будут как источник протеина. Вот так вот. Буду пить чаек. Смотрите, есть у меня вот такой офигенский чай, особенно на ночь. После него так любит спать. И вот такой еще купила. Очень классный. Я обожаю эти чаи. Советую всем их. Я люблю обжаривать черный хлебушек. Чуть-чуть обжаривать на сковороде. Потом можно намазать вот такой намазочкой творожной. Или любой другой. Еще я люблю использовать авокадо. Авокадо сейчас спасли ужасные. Поэтому я использую помидорку. Еще где-то отбивная была. Надо достать. Покушать будет. И чаек с эклерчиками. Такой у меня будет вкусный завтрак. Собственно, виновники моих отеков. Сыр, фисташки и... Ой, как это, и помыла. Я пришла за чашкой. Кстати, хочу себе красивую чашку купить. Надо зайти посмотреть будет. Конечно, покажу вам, как, в каком виде буду сегодня танцевать. Надо будет выбрать наряд.
пытаюсь найти ракурс нормальный. Потому что у меня двое лосин, я не знаю, в каких я хорошо выгляжу, я немножко подхудала. Хочу выглядеть красиво, поскольку меня пригласили танцевать. И хочется быть такой прям вау-вау. Еще надо будет выпрямить волосы, потому что будет хвост, в принципе, сделать причесочку. Вот так вот. Так что сейчас поем, будет у меня время для себя. Боже, как я обожаю готовиться к чему-то, подготавливаться. Мне нравится именно сам процесс, когда ты превращаешься из красотки в еще большую красотку. Фоточек мы наделаем. Короче, как-то так. У меня в основном это сейчас будет углеводный завтрак, поскольку... Еще банан сюда добавлю. И с собой лучше возьму, перекушу. Поскольку мне нужны силы для того, чтобы танцевать, и я не люблю наедаться перед занятием. Потом я приду, конечно же, плотно поем. Так что не думайте, что я ем так всегда. Ну что, у меня осталось час ровно на сборы. Ровно через час мне надо выходить. Для этого мне надо сделать волосы. Они вообще у меня не готовы. И накраситься. Я уже приняла душ. По поводу работы ничего не сделала. Запомните мои работы, потому что там задания закинули больше, чем нужно. Это я буду делать позже. Сейчас выровняю волосы, накрашусь, побегу. И наряд не покажу, уже покажу в зале. Поскольку... У меня уже нет времени. Вот такая прическа получилась. Только, по-моему, она как-то не сильно ровно. Значит, ты думаешь, что я приду еще туда в зал и все это переплету, поскольку мне еще переодеваться, она все по-любому развалится. Ну да ладно. Сейчас накрашусь быстренько и буду бежать. Переделала я, конечно, немножко причесочку себе. Сделала два хвоста. Так просто будет более удобно мотать головой, волосы не будут мне попадать на лицо при танце, потому что у нас есть такие движения. Ну, я себе так больше нравлюсь. Вот так. Как-то так. Ну что, нормально? Вышла, зато ужасный ветер. Ну как ужасно, сильный ветер. Это что запишешь? Самый большой минус того, что я сейчас иду записывать танцы, то, что это идти мне на другой конец города нужно. Я пока дойду, у меня уже не будет ни сил, ни желания что-то делать. И шапку с собой не оденешь. Я хотела с собой ее взять, забыла. Короче, придется мне домой так само идти. Без шапки. Все еще тает, плюс два у нас. Вот так вот. Ну и в боевом раскрасе шариться по городу. Я как-то тоже не очень хочу. Но придется. Ну реально боевой получился. Я
я все еще иду по своей улице, и мне еще минут 20 точно петлять. Еще у меня здесь одежда, кроссовки тяжеленные и штатив. Так что в магазин я особо тоже не зайду. И вообще мне настроение дома сидеть, а не гулять куда-то. Вот. Надеюсь, сейчас налегке дойду, может, наушнички включу. Все будет ок. Очень устала. Два часа танцевали, но зато мы все сняли, и я смотрела уже видосики, все получилось. Осталось только смонтировать. Ой. Сейчас привыкаю к себе без режима портрет со своими прыщами. У меня производственная травма, вот такой вот. Гематомка такая, скрой надо проткнуть и замазать. Закрывала штатив и прищелкнула кожу. Я когда перестановку делала, я себе на мизинчике такую же хрень сделала. Вот прошла неделя, это все зажило, а на другом пальце сделала ту же самую хрень. Вот. Сейчас пришла, пойду, наверное, в душ схожу, погреюсь, потому что примерзла немножко. Еще вечером хочу сделать в мультиварке, попробовать плов, как получится, интересно, и буду монтировать. Пока такие планы, надеюсь, что у меня получится. Села монтировать наш танец, уже где-то 9:30, я думаю, что весь вечер я убью на это. Прибила свой волдырь, наложила туда маску, стриптоцидик, и замотала, видите, тем самым. А что не фокусируется, алло, хорошо. Приехали, ляньте. Тем самым пластырем это я вытирала глаза. Вот так стоит моя аптечка. Так что на этом мой влог будет закончен. Такой у меня сегодня был день. Если завтра еще будет что-то интересное, включусь. Всем пока.